Добрый день, дорогие друзья! У меня очень хорошие новости для всех вас. Мы открыли свой собственный сервер в игре Path of Titans. После кропотливой настройки роста для каждого динозавра и балансировка их характеристик, мы наконец-то готовы открыть двери и впустить всех вас. Очень надеюсь, что наша теплая атмосфера понравится вам. И как бы это глупо ни звучало, добро пожаловать на Bublik Survival. Со слой там на ютке ты бегаешь, ну, тебя да, почти да, все хотят. У тебя есть шанс, да. Отхилиться, защититься. Файт, короче, дольше. У меня кто-то и интересней. Сейчас. Подожди. Ну-ка, тихо. Кто у меня Алик. Адолт фловый. О, да. А у меня две церкви Джувика, либо абсцесса. Это, наверное, все самые. Их откатывает пока, да. А, еще два досплета. А, найс. Пошли к Бублику. Там файт поинтереснее будет, чем против Джувиков. Но он нифига не близко. Да, я прям у Титана. О, у Бублика хп упали. Так я, да, уже доебался до него. Я его увожу от реки, от озера. Да, у него разворачивается пес. А у тебя что, нету удара хвостом или что, я не понимаю? Дядя. Я просто немножко неудобно пользоваться, на самом деле. Да? А вы знаете такого стримера Tactic Game? Нет. Да, да. Вот у него как-то цера настроена, что он одновременно на одну кнопку, на что получается, ЛКМ нажимает, у него она кусает одновременно и бьет хвостом. Ну, стоит масс-масс, удобно. Ну да, можно настроить, но типа... Да, у него нет хвоста. Но он черный, типа, блядь, как ты без хвоста, брат? Мат он его не использует, на самом деле, либо с телефона. А, кстати, да, как вариант. Интересно, на телефоне сложно играть, нет? Не сложно. Очень удобно. Неудобно, да. Вообще пиздец. Раститься, а, они, наверное, чисто растут с телефона, потом домой приходят и на комп садятся. Да. Но он черный, типа, нахуяем раститься. А, ну подожди, у него хвост какой-то беленький, кусочек. Может, он типа квесты делал? Вообще, я почти фуловый. Я почти добежала. Я уже на тиране. Как-то он странно так поворачивается. Походу он реально с телефона. А вот. Души. Собака. Я похилюсь пока. А, он в скалу хочет встать. Да. А он нас не ваншотит? Не-не-не. Меня он не ваншотит, я меньше тебя. Это же Дейна. Могу дать баф на скорость, если надо. Да, мне пока не надо. Я, короче, наверху сейчас лягу, полежу, чуть-чуть похилюсь. Я его пока чисто байчу. Потом забегу ему в очко и ткну туда носом. Ну-ну, я уже, считайте, вернула немножко роста. Еще половина осталась до долта. Аличек, Аличек, мой маленький Алик. Хочу на Кентра побегать еще толпой. Да, толпа Кентра. Ой, это прикольно. Можно стирать Кентра. Да. А тут, кстати, хитбоксы намного лучше, чем вы себе заметили. Они очень ровные, да, идеальные, прям почти. Ну, типа, ты прям кусаешь вот там, где, типа, где у тебя рот.
классно, да, мне нравится. То есть тут очень часто мажешь, бываешь. Да, из-за того, что да, я поначалу вообще пиздец мазал. Ну, и сейчас мажу, но поначалу очень много мазал из-за того, что кусал наперед, знаешь, такой, типа, ну сейчас я укушу, и там укус секунду где-то, пробегусь, как раз зацеплю. Хуй, блядь. Кусаю прям модельки. Ты давай уже хилься и нападай сверху. Был бы хитбокс, как в Исле, мы бы уже отъехали давно. Да. Тут я у него прямо около рта бегаю, и он по мне не попадает. Ну да. Бля, ну ты тэпаешься, конечно, из-за скорости. Я тэпаюсь. Да-да, но сервер-то не справляется. Ты, блин, как будто в рот прям забегаешь к нему. Давай сверху харакири прыгай. О, теперь ты отвлекаешь, сверху прыгну. Здравствуйте, вам Дэйна. Можно за Дэйна? Да. Да, можно, у нас бой пока что, поэтому придется подождать. Ой, блядь. А можешь пока сказать, где вы, я к вам прибегу? На севере карты. Понял. Нормально, я въебало ему залетел. Да. Ой. Я рукожоп, что тут сделаешь? Чё ж сделаешь? Делаешь, ты так сними на себе всё, броня. Чё-то он какой-то некалёный даже, слушай. Он не бегает просто толком. Он вжался в стену, и он, скорее всего, выедет. Так не, у него было, ну типа, у него раны были. И рану у меня. Сейчас я его отфрыгну. Я не уверена, что я хочу туда прыгнуть. Я могу застрять. Не-не-не, прыгать не надо, неудобно. Ну. Ладно, я примерно поняла, это очень опасно, но можно. Он нас в кустах даже не видит. Публик, давай поменяемся. Сейчас. Давай. Не, он каленый. Да, теперь да, ты его хорошо накусал прям. Это, помогите мне. Чем? О, все, выбежал. Все, выбежал. Спасибо. Все, выбегай. Нет. Души, души его, у тебя фул хп. О, нет, уходи. Уходи. Через меня как-то пролезает. Он за тобой побежал, он за тобой побежал, давай. Лак ему в руки, пускай бегает с блюдом. Я наоборот только рада этому. Добро пожаловать в жопу. У него нет хвоста. А. Все. Красиво. Вы закончили? Да. Теперь можете к нему пойти? Ник. Ну, такой же, как в Дискорде. Антончик. Как? Батончик? Антончик. Батончик? Батону пати. Не, конечно. Тяжело, конечно, в одиночке. А, потом... я могу к вам сам не лучше. Фантомчик? Да. А, да. А, угу, хорошо. Так, вот. О, у меня, дайте лидера. Два алика. А, она АФК. Заебись. Так, ты описывай, где ты. Самое большое озеро, налево идет река к, с этим, с домиком. Вот конец этой реки. Озеро там такое. Конец к большому озеру или к маленькому? Да, да, к большому озеру, к большому. Чё, к Титану, да? Нет, налево иди, ну, наоборот. Все, понял, от него.
Вот, короче, да, два да. озера близнеца, и ты на маленьком, на большом из этих двух близнецов. Пизда мне. Че, уж съели? Нет. А, блядь, плаваю просто. Такая маленькая лужа, а я тут плаваю, капец. Бать, это была ошибка. Тут еще у меня ты прибежал. Тут три алика. Четыре алика. Пацаны, а это превышение. Да. Это. Зари. Я вот тут кого-то нашел. Это цирк или алик? Раз, а, два, вот три. Это ты внизу. Ой, это эти. Тупые, как его. Метрики или как у меня метрики. С метриками лучше не драться. Ебать, еще джувик, алик, ебать, тут их пять. А я метриков нашел. Где она, блин? А у меня метрики, короче, между этими озерами, не доходя до них. Это ты сейчас кусаешь? Да. Аликов. Вот ору на единичку. Ага, понял. О, укусил. Блин, и меня укусили. Да, значит, ты тут рядом со мной. Я бегу за ним. А, блядь, он обратно развернулся. Это не метрики, это алики. Но их очень много. Нет, там еще метрики. Там 4 метрика сверху или 5. А, не, дохуя пока что мы таких. По пути. Так, я пить хочу. Или попью. Не ты один. Аккуратно, тут алик, дохуя, блядь. Офигеть, сколько аликов. Кошмар вообще, очень большая тучка. Вот это нам повезло. Ты, блин, мы друг друга не видим, это офигеть как плохо. Бля, пизда мне. Нет, не пизда, ухожу. Ебать, там еще в озере крокодил, блядь. Пиздец. А, я вижу крокодила. Ебать, он всплыл, блядь, уебал меня. На, у тебя фул блит. Ну-ка, заори. Хоть я примерно понял, где ты. Да, обойдешься, блядь, я хилюсь. Ну давай я заору. Слышишь? Я вдоль реки, если буду по левой стороне. Если ты идешь к большому озеру, к титану, которая... Я вот, у аликов. Я понял. Короче, блядь, проще, блин. Ливните все спать, просто ливните, это пиздец. Это я плыву. Сейчас. Кого там у тебя ник? Ливнул, Рабикан. Рабикан. И второго там что-то фантом, да? Да. Нет такого. Сейчас, подожди, я сам туда. А, подожди. Эх, а у тебя через... Все. Я потерял аликов. Они возле меня тут шли куда-то. А, вот нашел. Ты там аккуратно, там эти. Кто? Крокодил? Метрики. Да, я нашел, я мелкого накусал. Хорош. А с метриками вообще тяжело бороться. Да, метрики нормально. Бля, ну крокодил, конечно. Бать, он черт. Ух, ёу, забрал. Еще. Это точно те, которых вы бьете. Пацаны, у вас тут не дохуя? Да, блядь, ты куда? Сори. Бывает. Где этот мелкий? Не вижу. А, вижу, там же. С этими двумя большими. К воде пошли. Капец, у них один жирный, второй обычный.
Ля, тупо где они? Они, кстати, мы тут не пробежим сейчас. Да, тут глубоко. Где мелкий? Вон, впереди самый первый. Это не мелкий или это мелкий? А, да вон мелкий. Мелкий. Вот тут мы пробегаем по воде. А вот тут уже нет. Крокодил, давай. Там вон даже мелкий плавает. А он выше нас. Тебя сверху хочет принять один. Я вижу. Ты бы мне сейчас помог, его бы закусали. Иду. Вон собака убегает от меня. Они в воде дышат. Угу. Блин, вот где крокодил, когда он так нужен? Они так-то хвостом нормально дают. По башке, блядь, еще дал мне. Блин, в деревьях запутался, блин, два дерева на весь район, и где запутаться. Короче, я тут зашкерился, ты их там отвлекай, я мелкого закушу потом. Давай. Ему чисто мясо приносят. Надо незаметно на ту сторону перейти. Ты этих там... Это не дохни. Давай, нормально. Ко мне еще мелкий пришел один. Я вижу, вижу, вижу мелкий. Я хилюсь пока. Да я на ту сторону перебежал. Блять, то влево, то вправо. Не, вообще что-то как-то повезло. Я ебу. Мы вдвоем остались, и мы вдвоем их гасим. О, подмога пришла. Аккуратно со стаминой. Нихуя, как ты попал по мне, по хвосту ебал. А где мелкие? Что-то мелкого не видно. Возле меня мелкие. Они у тебя? Да, все толпой. Нет, еще двое на воде, самый маленький в воде стоит. А, ну я не вижу. Ты там кого собираешь? Ты давай иди помогай. Или ты хавать хочешь? Сейчас я к тебе тогда бегу. Надо мелкого задушить. Блин, как же тэпает собака серая. Попал по мне, скотина. Мелкий уходит. Я хилюсь. Давай. Mm-hmm.
Ебать, я тут в кустике сижу. Да. Опять догоняй, падла. Аккуратней. О, там крокодил в атаку пошел. О, нормально. Можно хильнуться пока. Да, давай. Пусть крокодил пока пофатится. Но мы не межвидим, так что нам похуй вообще. Мы фатились с аликами, и ты уже крокодил тут доебался. А где там наш фуловый товарищ? Ты чё там один бегаешь? Я не знаю, он вообще на АФК фул. Нафига ты рядом со мной? Ты чё, уходи! Блядь, тут же кустов дохуя, нахуй ко мне идти. Ну, а ты чё свариваешь-то? Ну, блядь, нахуй, в один куст, блядь, рядом с белым, типа, латеном. А, хвостом. Ну его нахуй. Я-то а, чёрный. Тут два крокодила, прикол, их тут двое. Интересненько. Так, ну все, вроде хп нормально уже, можно файтиться. Блин, попал козырина вонючий. Че? Я, ребята, отойду похилиться немного. Угу. Алика там с крокодилами душится. Так ты вообще жаркий хай. Что это происходит вообще за жесть? Два крокодила вылезли попиздиться с аликами. С аликами. Они думали, что такой большой пачкой ничего не страшно, а вот шиш там плавал. Где алики? Да вон внизу возле реки. А они чисто с крокодилами перетащатся? Походу да, они на нас хуй вообще положили. На кого ставите? Крокодила в один сдох. Я ставлю на аликов, алики разъебут крокодилов, но мы разъебем аликов. Куда ты сел, о, животное? Ай, беги, животное. Давайте разделяемся на аликов, чтобы каждый видел аликов. Чтобы не дать им лечь. О, я здесь бегаю. Тупо не даем аликам ложиться. Ох, сколько их тут. Один алик очень красный. Но их дохуя слишком аликов, у них превышение уже. Так мы их все равно можем замучить. А-а-а. Один отъехал, которого я накусывал. Молодец. Там в кустах сидит. Где? Вон, покажи. Вон туда я, вон там. В кусте где? Прям? Ты мне покажи, отведи нас вот, туда. Вы увидите, упрётесь, там мелкий. Так, а чё ты ему не душишь просто? Чё ты стоишь-то, показываешь? Где... У тебя фулл хп. Где он? Где он в кустах? О, видимо, вот он сдох, нет? А, кто это? Всё, сдох. Да, убил. Тут вода, еда у них есть, они сейчас отхилятся. Тут второй мелкий. Я метрика нашла. Да у нас тут 6 аликов, нам достаточно. Помогите мне, за мной один побежал, за мной один побежал. Ну крутись, он никуда не бежит уже. А, все, мне кабы. А, нет. Уходи, уходи. Я пока.
Да уходи, тебе кобзда, блядь, и дальше файтиться. Ну тебе пиздец. В чем логика? Ты там где вообще? Красная девица. Фантомчик вообще какой-то, не знаю, ну типа. Да я тут что он не знаю. Есть, что он есть, что его нет, вообще никакой, блядь, разницы. Да, да я просто там. Да я-то про Генрус Ми Бэби. Мне, кстати, мелодавр не хочется. Я и говорю, что я все минус. Я не смогла убежать от Медрика. А-а-а. Нифига тебя сказочно наебали. О, здравствуйте, кто зашел? Это я. А это ваша сейчас латенка отъехала? Да. От Метрика? Да. Да. А чем вы напали? Ты хочешь поражать надо мной? А, это ты была, извиняй. Что ты хочешь, Дрио? Не, я просто спросить. Ну, не бейте нас, пожалуйста, тут. К метрикам, иди к своим. Вот вы нашу. Да, не-не-не, я инфу-то не прошу, я ничего не хочу. Я просто хотел договориться, давайте друг друга не трогать. Так, мы всех аликов завалили, нет? Дай мне аргумент, почему ладно. Мы не должны себя трогать. Не, я говорю договориться просто. Ну, если, конечно, вы будете за и так далее. Так, ну, типа, если ты можешь выйти? Сидеть? Выйти можешь? Да ладно, чё такие злые, сейчас выйду. Так. Мы всех аликов убили, слышите? Нет, нет? Вон они на острове, блядь, трое. А я тут сижу. Ищу по кустам их бегаю. Я да тут там не допрыгну. Давайте, душите друг друга, пацаны. А тут чем больше еды и воды, тем быстрее ты регенишься, да? Я тут такой, блядь, шухер у них устроил. А ты снимаешь, Бублик? Ничего я не снимаю. Жалко, так ты эпичный файт, да? Бля, мне пизда. А нет. А нет, пизда. А нет, не пизда. Пошел нахуй. Черт, блядь. Он самый каленый, кстати, у них. Тушите, у него стамины нет. А, блядь, пошел, смотри, поплыл, поплыл. Хуило. Почти догнал меня, бля. Вонючка, какашка. Будем их атаковать, нет? Ну, я точно нет пока что. У меня хп вообще нету. Но я бы разъебал вот этого, который... Ох ты ж, блин. Да нормально, нормально. Красного души вот этот. Не-не, второго. У него вообще хп нет, который плавает, блядь. Рано прыгнул, пизда Ужа. Тебя. Ты рано прыгаешь. Ну мне хана? Да, тебе хана. Дай ему баф. Давай быстрее баф. Нет, да, не, там не поможет. Всё. Хана, ставка. Это если кто-нибудь свободен, мне пойти киньте.